Если вы хотите изучать мою систему, вы должны понимать мою философию. Это очень важно. Знаете, многие думают, что когда я размещаю свои видео в социальных сетях или путешествую по миру для проведения семинаров, когда я двигаюсь со своим ножом, бритвой, с моим оружием, люди думают, что это всего лишь техника. Нет. Когда я двигаюсь, бритвой или ножом, это равносильно движению моей души. Потому что это моя страсть. И для меня очень важна элегантность. Потому что элегантность — это хорошее отношение и хорошая гармония. Когда вы знаете свое тело, разум, когда у вас хороший баланс, этот момент становится идеальным. Когда я делаю движение с ножом, бритвой, я двигаю всего себя, объединяясь в движении в одно целое. Одна душа, один разум, одна цель. Это моя философия. Это все равно, что... Помните, вчера я рассказывал вам про мотоцикл? Много людей спрашивают меня: «Данила, почему у тебя классический мотоцикл? Не спортивный, знаете, такой как Yamaha, Suzuki или Ducati?» Потому что я люблю, когда еду, я люблю смотреть вокруг и наблюдать. Для меня важно получать информацию, помещать ее в свой разум. Например, когда вы едете очень быстро на мотоцикле, у вас совсем нет времени ни на что. Вы можете смотреть только вперед. Но это нехорошо. Потому что жизнь, она вокруг нас. И я люблю эту метафору. На итальянском это тоже так звучит, и вы, надеюсь, понимаете. Это интересно. И эта метафора говорит обо мне. Например, когда я ем, или когда курю, многие люди быстро курят сигареты, потому что у них нет времени почувствовать момент. В единоборствах все точно так же. Люди хотят брать, получать быстрее, разные техники. И инструктор думает, что должен постоянно работать для нахождения новых и новых техник. Но это как с быстрой едой, с фастфудами. Когда вы приходите в ресторан быстрого питания, и у вас огромный выбор и дешевая цена, и в этот момент вы похожи на фастфуд. У вас большое разнообразие, но плохое качество и дешевая цена, которую вам платят. Это не мой стиль, и это не моя философия. Я — это хороший ресторан, где вы приобретаете хорошую еду. Вы идете в хороший ресторан, вы заказываете великолепный стейк, едите хорошее мясо, и это качественная еда. Да, я плачу в ресторане больше, но получаю хорошее качество. И это важно, и это мой стиль жизни. И я помню, как много лет назад, 15 лет назад, когда я курил сигареты,
Я постоянно нервничал. Но однажды я сел и понял, почему сигареты? Это не мой стиль, я вовсе не живу так. И я это изменил. Да, я люблю сигары. Можно попробовать одну, две. Но в эти моменты ты понимаешь, что это хорошее время отдыха или расслабления. Мой стиль – это хорошие сигары и хорошее вино.